Так. Невероятный человек-пельмень. Здравствуй, маргинал. Такой вопрос. Как-то ты упоминал, что знания по философии можно неплохо использовать для троллинга аметистов. А можно ли использовать эти же знания для троллинга верунов? Да запросто, елки-палки, там очень много всего этого. Взять все аргументы в пользу бытия Бога и выучить все контраргументы. А они есть ко всем аргументам на самом деле. То есть только два аргумента, с которыми сложно спорить, просто потому что это слабые аргументы изначально. То есть аргумент Шлейермахера, это вот о том, что он говорит, что вот Бог – это личный опыт человека, да, и с личным опытом поспорить нельзя. Ну, если это твой личный опыт, тогда иди нахуй, как бы такой вот аргумент бывает замечательный. Вот у меня такого опыта нет, можно просто сказать, но спорить с тем, что Бог есть, для того отдельно взятого человека, просто невозможно. Есть еще аргумент от традиции, то есть вот если человек говорит, я верующий, потому что такова моя традиция. Вот, да, то есть вот твоя традиция это рациональное мышление, а моя традиция это вот вера в Аллаха, и ты попробуй со мной поспорь в этом. Как бы, вот это два аргумента, которые действительно неоспоримые по-настоящему, но они в то же время нелегитимные, например, в научном дискурсе. Ты не можешь сказать, мой личный опыт Бога, он мне говорит о том, что Бог есть. И в науке оно не проходит, как правило. То же самое, вот традиция. Как бы, ну, аргумент от традиции, он в науке не работает, потому что наука – это другая традиция, в которую не входит там, вера в Аллаха, да, то есть, как бы, вот, собственно, и все. Что скажешь про мистера Фримена? Говно, посмотри список мистера Фримена у меня на старом канале. Так, значит, я думаю, что в следующий раз я, может быть, еще раскрою тему про мистера Фримена даже лишний раз, да. Надо запомнить, что вопрос про мистера Фримена. А на сегодня, пожалуй, все. Я долго уже вещаю.